Теперь североказахстанцев, которые вовремя не оплачивают штрафы, ждет арест. По сравнению с 2015 годом злостных неплательщиков в регионе стало больше, поэтому полицейские и прокуроры решили прибегнуть к самой жесткой мере, предусмотренной законом. Сейчас дела тех, кто задолжал государству и не планирует рассчитываться, рассматривают в суде. Всего в 2016 в регионе оштрафованы свыше 70 тысяч человек. Общий долг составил 523 миллиона тенге. Пока в госказну возвратили только 72% от этой суммы. По итогам 2016 года количество лиц, не уплативших штрафы, составило порядка 9 тысяч на сумму более 100 миллионов тенге. К сожалению, эта сумма растет, цифра растет, поэтому департамент внутренних дел принимаются меры по привлечению этих лиц к ответственности по статье 669 за неисполнение решений судов и должностных лиц.